Представляю вашему вниманию замечательный сет из 11 книг для старта формирования вашей английской детской библиотеки. Все книги представлены в картонном исполнении, специально, чтобы вы могли начать читать свои книги. Эти книги с вашим малышом от года или полутора лет, в зависимости от усидчивости и интереса вашего ребенка к книгам. В набор вошли книги Эрика Карла, Ричарда Скерри и другие классические книги, которые известны на весь мир. Итак, это сет Brown Bear, количество 4 книг, From Head to Toe, Today is Monday, I'm a Bunny, Guess How Much I Love You, Dear Zoo, The Very Hungry Caterpillar, and Good Night Mom. Пройдусь по ним очень быстро, чтобы вы могли иметь представление. Brown Bear, Brown Bear, Brown Bear, what do you see? I see a red bird looking at me. Эта книга знакомит нас с разными животными и разными цветами. Детям она определенно очень нравится, мне ничего лишнего, кроме животных, не изображено. Дети быстро запоминают цвета и названия животных. Следующая книга, с которой бы я начала читать, это книга From Head to Toe. Книга посвящена частям тела и движениям. I'm a penguin, and I turn my head. Can you do it? I can do it. И после этого мы предлагаем малышу тоже повернуть нашу голову. Это очень интерактивная книга. Мы можем каждый раз знакомиться с новой частью тела, ее движением, вставать и повторять его. Дети будут просить вас почитать ее снова и снова. I'm a Bunny — замечательная книга для знакомства с временами года. Маленький зайка знакомит вас с весной, летом, осенью, зимой, со всеми временами года и их прелестями. Диазу опять-таки знакомит нас с животными. Книга с флейпами интерактивная, можно заглядывать за них. Очень добрая книга, деткам тоже очень нравится. Книга The Very Hungry Caterpillar. Классика, которая рассказывает нам о цикле жизни бабочек. И знакомит уже с фруктами, с днями недели. Можно сделать ее интерактивной, дать шнурочек ребенку, чтобы он прошнуровал все эти дырочки. Ну и самое главное, мы понимаем, как же бабочки появляются на свет. Какой их цикл жизни. Good Night Moon хороша для чтения перед сном. Успокаивает, развивает внимательность, чередуются цветные и черно-белые картинки. Тут рассказывается о том, как малыш прощается со всеми элементами интерьера в комнате перед сном. Очень добрая книга, настраивает на нужный лад перед сном, на спокойный, уравновешенный сон. Guess How Much I Love You. Чудесная книга, классика о любви родителей к своим детям и о любви детей к их родителям. Очень здоровское идет повествование, как папа и его малыш соревнуются в том, кто кого больше любит. Как бы нас ни любили наши дети, мы их любим в 2 раза больше. Вот, замечательная книга. Today is Monday я бы рекомендовала уже на попозже, на постарше, о днях недели. И 3 книги из коллекции Brown Bear тоже можно было бы на попозже, там уже немного слова могут быть посложнее для улучшения вашего лексикона. Soaring, swinging. То есть сначала мы знакомимся с более простыми животными и их движениями, а затем мы уже знакомимся с более сложными животными. Вот. Я очень рекомендую этот сет для начала формирования вашей библиотеки, как я уже сказала. Эти книги вам обязательно пригодятся, и в процессе чтения вы сможете оценить всю их силу, все их достоинства. Приглядитесь к этому набору.